Вместо плетеного донышка специальная заготовка. Так процесс плетения идет гораздо быстрее. Мастер Владимир Батраков владеет этим ремеслом уже более 16 лет. И у него есть чему поучиться. У нас центр работает для детей. Мы обучаем детей народному промыслу. Женщины, кто шьет, кто вяжет, я вот плету. Цель пока не очень амбициозна. Вместо больших корзинок или мебели начинающие ремесленники берутся за подставки для карандашей. В качестве материала используют ивовые прутья. Сейчас, кстати, самое время для их заготовки. Если срезать их раньше, то они будут мягкие, как трава, и работать будет невозможно. Оплетаем, кстати, тоже ивой, только уже строганной лентой. Она мягкая, и работать ей удобно. В любом мастер-классе можно принять участие на фестивале гипюра «Сказочный узор», который проходит в Чкаловске. Народные художественные промыслы. Это, конечно, гордость местных жителей. В Чкаловске это индивидуально идет вышивка гипюра. У них совсем другой рисунок, отличается от других вышивок. Народные промыслы здесь всегда очень развиты были. Очень нравится и лозоплетение, и картины очень красивые из вышивки, из бисера, из лент. Дети прошли даже мастер-класс. Слава о фестивале, который проходит в Чкаловске уже в 9-й раз, расходится далеко за пределы города. В год приезжает более 15 тысяч туристов, и не только нижегородцев. И едут и из Москвы, и Санкт-Петербурга, из Самары, из Иваново. В этом году празднование совпадает с двумя юбилейными датами. Столетием со дня рождения Ростислава Алексеева и 80-летием легендарного перелета экипажа Валерия Чкалова. У Чкаловска у него есть такой особый свой колорит, особая своя марка. Конечно, это связано с двумя великими именами двух великих нижегородцев, и Чкалова, и Алексеева. И это чувствуется во всем. Такое ощущение, что город постоянно находится на таком взлете. Почетный гость на празднике – губернатор Валерий Шанцев. Ах, летние ночки, буксира в гудочке, волнуется парень и хочет уйти. Масштаб традиционного фестиваля гипюра «Сказочный узор» 2016 года – более 150 мастеров и более 3000 гостей. Юлия Короткова, Максим Веселов. Объективно. ННТВ.